хочу в первую очередь поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за интерес к клубу. Я понимаю, что те результаты, которые сейчас мы показываем, отнюдь не то, на что рассчитывали болельщики, но мы, безусловно, постараемся исправить эту ситуацию. Также хочу сказать большое спасибо тренеру и игрокам. Действительно, завтра у нас очень важная игра с Макаби. И найти час, может быть, больше для этой встречи было не так просто, но все согласились без колебаний. Я с уверенностью могу заявить, что каждый игрок, который приходит в раздевалку, каждый день он хочет стать лучше. Я прихожу примерно за час до тренировки, и некоторые игроки уже подготавливают себя к тренировке. Кто-то занимается в тренажерном зале, кто-то работает на площадке ради того, чтобы в играх показывать намного лучший результат. Потому что поражение всегда мотивирует тебя быть лучше. В раздевалке прекрасная атмосфера, все в рабочем процессе. Конечно, мы подбадриваем друг друга, конечно, мы понимаем, мы все хотим выиграть. Понятно, когда я возвращался сюда, я знал, что я не буду находиться с мячом постоянно и делать то же самое, что я делал в Химках. Мы это обсуждали и с Андреем Владимировичем, и с Димитрисом Тудисом. Чувствую себя отлично здесь. Нужно прибавить в игре, конечно. И все будет хорошо. Great staff, не только я, но и весь штаб, в котором каждый понимает, что происходит. Я говорю и о тренерах, и о докторах, и о других специалистах работающих. И о менеджменте, о моих разговорах с президентом, которые у нас постоянно происходят. У нас есть план о том, как мы можем нагружать кого-то, кого-то разгружать. Просто так получилось, что обстоятельства привели нас к каким-то моментам, когда сразу несколько ситуаций случились одновременно. Когда ты теряешь игроков, которые выступают на одной и той же позиции, безусловно, это приводит к проблемам. Позвольте мне еще раз сказать о вашем вопросе. Возможно, каждый сейчас, каждый из нас, особенно наши болельщики, должны понять, что победы не даются просто так. Даже если у тебя написано на груди цифры ЦСКА. Ты не можешь выигрывать просто потому, что у тебя есть стабильность бюджета, потому что у тебя есть спонсоры, потому что у тебя есть опыт у всех, у тренера, у президента, у штаба. Каждая победа добывается на площадке. И сейчас действительно мы находимся в том моменте, когда нужно особые усилия приложить, чтобы достигнуть этих побед. Все эти отличные игроки и все, кто находится здесь сейчас с нами, и те, кто не находится здесь прямо сейчас, мы работаем вместе на протяжении многих лет, и мы были в сложных ситуациях. Конечно, 0-5 – это не тот результат, на который мы рассчитывали. Это не тот результат, который мы заслуживаем. Объяснений этому результату очень много. Это такой долгий-долгий разговор. Но я уверен, что усилия тренерского штаба, усилия Димитриса и Тудиса позволят нам исправить эту ситуацию. И никаких разговоров об отставке главного тренера сейчас не ведется, и таких мыслей нет. Мы продолжаем с Димитрисом работать вместе, и я уверен, что справимся.